в автобусе решили, что сегодня победим. Кудакфану привет! Вадиму Кудаке привет! Сегодня, ребята, наши победят. А вот мой личный оператор, да? Дорогие друзья, мы в прямом эфире. У нас перерыв после первого периода. Нас сейчас на большом кубе показывают. А у меня чигал. А что скажет папа для хоккейного клуба? Ну, начало нормальное, игра хорошая. Хочу поздравить всех и игроков, и зрителей. В новом году только... В новом году только побед. Спасибо большое. С наступающим. Не мог пройти мимо вашей прически. Вы сделали ее только для того, чтобы на вас обращали внимание. Здрасте. Как настроение? Отлично. Кем болеете сегодня? Со своей семьей, как всегда, муж и дочка. Как зовут дочку? Ульяночка. Тебе понравилась игра? Да. Северсталь, с наступающим Новым годом. Желаем счастья и всего-всего. Как добирались до Череповца? Ну, долго добирались, почти полдня добирались. Но в целом Череповец понравился, классный город. Ну, мы бы хотели, чтобы Северсталь осталась в КХЛ. Нам нравится клуб Северсталь. Да, эмблема, эмблема классная, значок. Пусть живет Северсталь, народ ходит на хоккей. Ну, дает ли какое-то преимущество при движении на трассе или при движении хотя бы вдоль трибун нашего Ледова? К сожалению, нет. Мы Мы синюю мигалку принципиально не ставим наверх, поэтому никаких преимуществ. У вас шикарная шуба. Это канадский волк. Вы сами лично добыли его? Конечно. Прямо в Канаде? Да. Обалдеть. Настя, сколько ушло времени для этой прически? Ну, часа три. На что ты наматывала эти волосы, признайся? На свои волосы. Ты волосы наматывала на своего в качестве стержня для намотки? Что это было, мамины спицы? Нет, не знаю, девочка, этим занималась не я. Ты спала? Ну, почти. Все понятно. Кто последний? Я. В очереди зачем стоите? За подарками. За подарками? Уже выдают? Уже выдают. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте. Дедушка, мы знаем, что у тебя есть фирменный танец, когда выигрывает твоя любимая команда. Давай, научишь меня? Ну, несколько движений. Давай. Хорошему танцору и борода не мешает, как говорится.